По состоянию на утро 31 октября в Севастополе зарегистрировано 79 новых случаев заражения коронавирусом. Все местные жители в возрасте от 10 до 79 лет. Такие данные приводит пресс-служба правительства города. Трое человек скончались. Женщины в возрасте 72 и 78 лет, а также 51-летний мужчина. Таким образом, число летальных исходов в Севастополе достигло 68. Всего с начала года новой коронавирусной инфекцией заразились 2397 человек, 1569 из которых выздоровели. На сегодняшний день с подтвержденным диагнозом COVID-19 в стационарах находятся 256 пациентов. 128 в инфекционной больнице, 125 в 9-й городской, 1 в госпитале Министерства обороны. В пансионате «Изумруд» располагаются еще 37 пациентов. На амбулаторном лечении 463 человека. В режиме обсерватора продолжает работать пансионат «Солнышко». Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.